Все, да? Привет. Всем привет. Всем привет. Начинаем эфир. Эфир сохраню и здесь, и на ютубе. Да, у меня есть вот такая вот вкусняшка. Это паста незнакомка с песчанкой. Мы ее сидим в конце эфира. Это будет как мокрый мел. Вот так вот. И моя тарелка походная. Та-дам! Кто вчера говорил, вот глин нету. Вот сегодня будет глин. Очень много глин. Вот, и здесь у нас незнакомка от Юли, аноним от Юли, так, это у нас титан, кстати, он глиномел, астана розовая от Главинской глина, мотылек, и что, это, кстати, ЖТСА, он очень твердый, и я замочила, все-таки обманула вас. Замочила белый слон от моей подписчицы, который уже сухой. Мне говорят, что он растворяется. Нет, я не вижу, что он растворяется. Я вижу, что он немножко покололся. И белый слон также себя ведет в воде, которая прислала мне Янюта. Ну, начнем. Вы бы только пасту используете. Ну да, я не ломаю зубы. Но очень редко, когда подсохнет, бывает грызу. Ну, в основном пасту, да. Можно белый слон. Белсун можно после Астаны, просто там кое-кто просил, да, сильно. Астану. Начнем с нее. Астана розовая. Я сыну готова жевать. Почему тут удалять эфир? А зачем мне нужно там на всю жизнь? Астана прям нежненькая. Это мне где-то белое основное, надо поискать, маленький кусочек остался. Я только что проглотила глину, я даже не заметила. Ну да, я не глотаю глину в больших количествах. Девочки, мои дорогие, любимые, кто меня уже давно смотрит, не знает, что я иногда себе позволяю небольшое количество остальных проглотить и голубой глины. И очень редко, но иногда позволяла. Сегодня мне прям хотелось, я ее жевала, мне захотелось ее проглотить. Это очень редко. Так что не удивляйтесь, вообще я не глотаю, да.
Вот. Но позволю себе могу. Это нехорошо. А вы сейчас будете приходить ко мне на эфир, вы привыкнете ко мне. Вам даже понравится, что я не готова. Здравствуйте, эфир идет 9 минут. Привет, привет. Вы же меня видите только в первый или второй эфир. А если вы бы дольше со мной пообщались, вы бы уже знали мои предпочтения и что я когда говорю. В априори я не глотать не могу, потому что я хрущу, и то, что я выплевываю, выплевывается. То, что остается у меня во рту, обволакивает за зубами. Естественно, за час оно попадает куда в желудок. Поэтому мне легче сказать, что я не глотаю. Ну, чтобы человек, например, не сидел в моем эфире и ждал, блин. Ну, как бы вот так. Астана, какая на вкус. Но розовая, она бывает соленая, но у меня не соленая. Нежная, да, липучая. Жирненькая. Сливочная, наверное, больше всего сливочная она. Но вот соленая мне больше понравилась. Да, Астана. Еще некоторые виды глины. Это единственная глина, которую я не хочу выплевывать. Ну, выплевываю. Привет, Наташа. Вот Наташа, допустим, ей нравится хруст. Да, Наташа, если я не ошибаюсь. То есть СМР хруст. У меня зависимость от вкуса глины. Я люблю вкус глины. И мне очень жаль, что он не так уж сильно полезен в больших количествах. Да и вообще. Да, то, что из этого может случиться запор. Естественно, и поэтому я его долго могу жевать, насыщаться жеванием и большее количество этого всего все-таки выплюнуть, нежели пустить себе в желудок. Вот. Я вам скажу так, Астана мне не сразу зашла. Здравствуйте, а честно, мне прям, я говорю, могу этот кусок целый идти жевать. А, кстати, Наташа, я опустила белый слон от подписчицы моей в воду, и который пришел. Но я не вижу, чтобы он растаял. Я до конца эфира подожду. Может, за час он растает. Ну, конечно, да, если сильно мерзкий мел или невкусная глина, это бе. Не всю глину вообще очень приятно жевать. Есть такая глина, которую вообще невозможно жевать. Кстати, я замерзла. Я не за кофту сюда. Прям, гляньте, замерзла как урда. Поехали далее. Так, далее, что там просили? Просили. Что это за глина не пойму? Ого, какая. А, это ЖТСА белый. Его не отгрызешь. ЖТСА белый не отгрызешь так. Там.
Привет, привет. Я не вижу, чтобы она растворялась. Я не вижу, чтобы слойка... Ой, слойка. А, это слойка должна раствориться. Вот я дурочка. А я белый сон кинула и думаю, когда же она растворится. Белый сон. Титан очень жирный и очень сливочный. Мне очень нравится титан. Сколько я брала у Януты. Подождите, я что-то кинула кусочек, нет? Он сказал, что я его взяла. А, слойка не взяла, слойка. Вот у меня слойка есть от подписчицы. Слойка сухая. Но она, мне кажется, немножко отличается. У белой слойки у нее структура, как будто мука. Пока ты ее полностью с линями не смочишь, она вот такая вот мучнистая. Здрасте, здрасте. Ну, интересно. Знаете, еще вот эта мучнистость, она как пыльность еще. Сколько мелагрины уходит на месяц, я не знаю. Девочки, правда, не знаю. А давайте маленький кусочек слойки положим в воду. Я посмотрю, растворится она или нет. Так, я вижу, что она раскололась. И шипит, как зараза. Такая бжи, как назойливая муха. Как вам дается так долго жевать? Я не умею долго жевать, она сама будто сразу проглатывается. Но это контроль. Контроль над своим мозгом. Тараканами. Мозгами, или как там правильно. Нет, я долго жую. Я когда долго-долго пожую, мне уже не так сильно хочется глотать. Поэтому я себя заставляю долго жевать. Вот. Ну, каждого, опять же говорю, свои таракашки в голове. Блин, я прям замерзла. Что-то, блин, не взяла куртку. Это у нас незнакомка от Юли. Шелк, мелк, мелк, шелк. Блин, всегда забываю, как правильно пишется. Опыт не пропьешь. У незнакомки, кстати, вот сейчас мне кусочек попался с скрипучий немножко. Но у незнакомки структура такая, как у узбечки. И вкус легкий-легкий. Когда долго пожуешь, можешь почувствовать прям такую небольшую сливочность. Узбечка какая? Я думаю, что ближе к розовой, наверное, все-таки она похожа по структуре. Привет, привет, привет. Еще у меня есть аноним. Тоже Юлина. Лина.
Аноним реально похож на чародейку, только вот без этой сливочности. Кстати, аноним мне больше нравится по вкусу. Пробовали глину Белоснежка или бентонит? Нет, не пробовала. Чья это глина? Спасибо. 27 минут эфир идет, да. Жалко, что у нас такие нету, такой нет. Кстати, да, слойка у меня растворяется, девочки. Вот маленький кусочек, он растворяется. Правда. Прям растворяется. А очень интересно, она в мокром виде. Привет. Да, кстати, слойка очень интересно в мокром виде. Начнем слона. Закусим слоном. Значит, слойку можем глотать. Она растворяется. С чего вы сделали такие выводы? Вы понимаете, у вас желудки не вода. Это стойка, которая сейчас была в воде, это была от подписчицы. А то потом попробуем, она там лежит, сохнет. Поймите, девочки, в желудке у нас не вода. Далеко не вода. Поэтому будьте аккуратны при поедании. Какой слон на вкус? Жирный. Наверное, больше молочности. Ну, интересно, я бы тоже глотала. Это была слойка от Ленюты. А это вот у меня от подписчицы была. От Ленюты еще он просто не просох, а от подписчицы уже просохла.
Желудочный сок – это соленая кислота. По продуктам реакции у вас выводит твердый осадок. Ладно, я можешь никому камушки в бочках. Никому не нужно. Вот он мне напоминает слон и подвислая, и искушение, и титан. Это подвисло, которое пришло мне от подписчицы, которое просохло, и я его опять намочила. Реально похож. Танюш, я не знаю, как тебе сказать. Просто от подписчицы он очень хорошо просох. И я его сейчас намочила. А от енюта он был влажный. Я его повторно намочила. То есть надо его просушить. Хорошенечко. Ну, не сильно отличается. Я думаю, что это одинаковый. Скажите, пожалуйста, киргизские блины залипучие, скрипят? Ну, есть, которые скрипят, есть, которые залипают. За красный подсолнух он, кажется, не скрипит вообще. Или я ошибаюсь? Вчера киргизка, кажется, тоже не скрипит. Вообще вся глина подзалипает где-то к небу, к зубам. А то она и глина. Это был белый слон. Я жевала белый слон. Это все-таки решила удалять эфиры. Ну, как бы я всегда удаляю эфиры. Я там дым повесить, а потом удаляю. Не знаю, зачем это надо. А, сейчас будет самое вкусное. Да, холодно. У нас сыро. Уже сырость такая, влажность будет. Приятно. Вот сердечко вам. Thank you. Правильно говорю? Это слово-то. Да.
Все. Я все. Это был валуйчик. Чуть мокрый, чуть сухого. Какой любимый мокрый мел? Красный. Карачан. Дамский каприз. Титан. Белый сон, кстати, он не схож, в принципе. Щербет. Ну, все вроде. Спасибо большое, не за что. Все, девочки, я с вами прощаюсь. Такой был сегодня эфир. А я вообще приняла сюда убраться. Ну, конечно же, я не убралась. Я решила выйти похрустеть. Вот. Всем спокойной ночи. Всем хороших рабочих будней. Вот. Дожить, как бы говорится, до выходных. А у меня выходные следующие через неделю. А потом у меня будет отпуск небольшой. Я поеду за южным берегом. Фу-фу. Вот. Возьму немножко. Много тащить не буду. Ну, точнее, кто у меня уже давно смотрит, знает, как она добывается. Там гору херачить, мама дорогая. А мне жалко свою спину, которая болит, будет таскать муж. Ну, больше 100 килограмм, я думаю, что мы не унесем. Вот. Пока-пока. Увидимся. Так что южный берег ЮБ-1 будет скоро в продаже. Оптом. Только продаю оптом от 10 килограмм. Ну, это так, пока информация такая. Надеюсь, ничего не случится, и у нас получится съездить. Вот. А я всех люблю, целую, обнимаю.